я даю, который паспорт у меня, фотографию, все, печатаю, все. Она сказала, вот эту рейс, мне рейс даже не знаю, 23.00, точно знаю, 11.00, вечером, 23.00 есть. В ходе осуществления пограничного контроля в пункте пропуска Озинки задержан иностранный гражданин, предъявивший поддельный документ. Личность нарушителя установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы». В 2017 году в пункте пропуска Озинки выявлено более 60 лиц, пытавшихся нарушить государственную границу по чужим поддельным документам. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, лица привлечены к ответственности.